Здесь очень хорошо видно в этом месте, как меняется ландшафт, как меняется вообще наша земля. Раньше ледник был намного-намного больше. Озеро ледниковое было меньше, и в нем были глыбы льда. И у самой высокой вершины Клайн-Глокнер, у ее подножия, расположен самый крупный ледник Австрии Пастерце. Первый подъем на вершину был совершен в июле 1800 года. Для спуска обычных туристов есть вагонетка, которая спускается прямо на ледник. Но сейчас вагонетка не работала, и мы пошли пешком. И мы начали путь от смотровой площадки до ледникового озера и подножию ледника Пастерс. Ледник Пастерсы проходит по глубокой долине, окруженной горами настоящих альпийских великанов. Вершины трехтысячных гор обрамляют края этой долины и образуют почти непроницаемые гигантские крепостные стены. И самой высокой горой является Глосглокнер. И вот у подножия этой прекрасной горы и отдыхает ледник Пастерсе. Из-за общего повышения температуры ледник постепенно тает. В этот раз мы опустились к самому началу ледника, к ледниковому озеру. А в следующем году я просто мечтаю пойти по его ходу и прийти в гости в дом ледника, в его дом. Просто такой маленький, а тут все такое огромное. И точно, здесь чувствуешь себя просто мурашкой. Мы идем еще ниже, туда, к самому озеру ледниковому, к леднику. Вот именно здесь и начинается дорога в дом ледника. От озера мы уже спустились и в дом ледника, в который мы пойдем в следующий раз. Пастерсе, мы придем к тебе в гости! Чувствуешь себя как в космосе, не как, а в космосе. Вокруг снег, озера ледниковые, что-то необыкновенное. Мы никогда не были в таких местах, правда? Пропасть. Идем дальше. Тут опасно снимать, поэтому я взяла телефон. Вокруг снег. Вот мы поднялись наверх на станцию. А были вот там. Осталось нам совершить ветер по берегу ледникового озера до начала ледника. Всегда должно быть что-то впереди. See you.
written in the stars. Written in the stars. Ну а мы продолжаем наше путешествие по чудесной, волшебной, блистательной, единственной Австрии.